понимаю, что немного отличается его видение работы и волейбола, наверное, от Константина Сиденко. Профессионалы, да, привыкли. Главное, чтобы профессионалы показывали все то, на что они способны, то, что они умеют. Хорошая подача летит, обрывается. Синий парень здорово забивает по линии. Вводит. Но все-таки настолько быстрая передача. Ну что, всем достается время поиграть. Без блока такой Ксения Парк. Очень атлетичный игрок. Она с очень высоким прыжком, поэтому я думаю, как... одиночный блок, даже если это ее Каракур. Конечно, на таком уровне игроки обязаны. Здорово в защите Филиштинская. Ксения Парк. Здорово забивает. Не так часто увидишь такой исполнитель. Да. Волейболисток, возрастная волейболистка. Вот интересно, как сможет ли она вот так вот на таком уровне всю игру выйти. Чинская на подаче. Выцеливает она нападающая с передней линии, но все равно сама же сверху получает эту передачу. Рядышком находилась Тумас, и ей же была адресована передача. Забивает высокую передачу сейчас Ксения Парвиц. Ксения Парвиц на скорости переигрывает двойной блок. Сейчас очень мне нравятся эмоции калининградской команды, да, прям вот совсем по-другому они выглядят, нежели в начале чемпионата. Разыгрались, завелись, и действительно это то, чего им не хватало. После... выигрывать и не согласны с тем, чтобы проигрывать и внутренне. Не очень помню, надо освежить память, но скорее всего все-таки это будет действительно московская команда. Ксения Парвиц забивает на двойном блоке. Екатерина Любушкина, мы прекрасно знаем, и спереди может нападать. Не менее эффективно и эффектно. И тогда здорово, уже, конечно, значит, можно варьировать. Если вдруг блокирующие приспособятся, можно и линии поменять. Ну, здесь уже раздолье для тренера будет. Горбачева здорово в защите. Мяч все еще в игре. Ксения Парвиц. Блоковал. Забивает. Нет, не силовая. Флот, но еще какой. Мощно летит. Все-таки я бы назвала, наверное, силовой. Просто да, силовой не такой высокий флот, да. Подброс был. Такая укороченная, да, укороченная подача. Справляется с приемом Екатерина Гатина, подключение Ксении Парубец, и обыгрывает она одиночный блок на